За прошедшие сутки выявлено 304 случая заболевания COVID-19 вне больничной пневмонии. Из них в Бишкеке 73, в Аше 19, в Чуйской области 24, в Ошской 32, в Талаской области 14, в Нарынской 5, в Иссык-Кульской 56, в Джалалабадской 39, в Баткенской области 42 человека. Всего с марта коронавирус выявлен у 41 373 граждан.